Приветствую всех, с вами Маркелло Борис, и я вас приветствую на своем канале. И еще один обзор рекламного букса, где вы можете зарабатывать как при просмотре рекламы, так и при подаче рекламы. Вот, можете посмотреть, здесь есть серфинг, короткие ссылки, баннеры, управление заданием, псевдоссылки, ВКонтакте, YouTube, контекстная реклама. То есть здесь более расширенный такой вариант рекламы площадки, и вы можете здесь как зарабатывать, так и, можно сказать, искать свою целевую аудиторию, потому что у многих, опять же, у многих возникает вопрос, где взять целевую аудиторию. Мой список закончился, ребята, здесь список не заканчивается. Здесь давайте вот посмотрим, 1 243 000 регистраций пользователей, вот, которые зарегистрировались здесь за 24 часа. 932 человека зарегистрировал, 932 человека хотят зарабатывать деньги. Активно 19772 человека. Представляете, если эти вот 19 тысяч вам, например, перечислят по 1 рублю, если у вас проект за 1 рубль. Вот здесь вот можно вот таким вот образом тоже и зарабатывать, и подавать рекламу, и основной счет вот вывести деньги. Вчера выводил деньги, давайте еще 70 копеек, а вот минимальная сумма для вывода 1 рубль. 70 копеек здесь не вывести, 1 рубль, когда заработаете, так тогда сможете вывести. Вот, такая вот ситуация получается. Опять же, здесь можно рекламодателям дать, например, моя реклама баннеры. Давайте зайдем и вот заказ рекламы. Например, разместить баннер. Посмотрим, сколько здесь стоит формат баннера. Вот такой. Здесь URL баннера можно вставить. URL сайта баннера. То есть, как делать URL, вы можете найти в интернете. Либо я чуть попозже вам дам видео, если вы подпишетесь на мой канал. Бонусом получите видео, как сделать URL своего баннера. То есть здесь можно своей целевой аудитории найти сколько угодно, купить посетителей. То есть здесь вы можете заказать просмотр вашего лендинга, вашего сайта, вашего все, что хотите. То есть здесь получается стоимость одного перехода 3,5 копейки. То есть вы можете заказать вот время просмотра 20 секунд. И человек будет заходить и смотреть. Вот заказ рекламы посетителей на ваш сайт от 11 рублей за 1000 посетителей. То есть то, что вам говорят, что невозможно, не умеете приглашать, давайте устанавливать автоматизацию. Да никакая автоматизация не сравнится с рекламными буксами. Именно здесь, вот именно сейчас и здесь есть те люди, которые пришли в интернет зарабатывать деньги. Да, мне вчера сказали, что здесь сидят одни школьники. Нет, ребята, здесь школьники не сидят. Вы можете посмотреть на мой рейтинг. То есть, когда-то я здесь сам сидел и выполнял вот такие вот задания. По 50 копеек, по 2 рубля, по 4 рубля. Ну, если вы хотите повыполнять задания, то, ради бога, можете посидеть, попробовать, как это вообще делается, кто первый день в интернете. То есть, посмотреть, как люди подают задания, и вот на этих заданиях позарабатывать. Вот даже есть задание по 25 рублей. Все реально, все здесь выплачивается, и потом вы можете выводить на любой, опять же, сейчас покажу, на любой счет, если вы пришли сюда зарабатывать. Если вы пришли подавать рекламу, можете размещать здесь рекламу. Также вы можете здесь раскручивать свою страницу, например, где-то, ну, где? Например, в Ютубе заказывать своих же подписчиков, заказывать просмотры и многое-многое другое. На этом заканчиваю. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. Всем привет!